Все они лидеры молодежных и общественных организаций. Ребята представляют свои социальные и бизнес-проекты, направленные на развитие Краснодарского края. Вениамин Кондратьев не в первый раз посещает лагерь. Глава Кубани в неформальной обстановке пообщался с юношами и девушками. По традиции встреча с гостем прошла на лобном месте прямо в лесу. Смена «Кубанский союз молодежи» заключительная в этом году и продлится до 16 августа.